насколько тяжело быть женщине, художественным руководителем театра, обладать неограниченной властью? Ну, обладать неограниченной властью прекрасно. Так. При условии... Прям как Дракула, да, сказала. Да, это прекрасно. При условии, что ты обладаешь, так сказать, то, что ты понимаешь меру ответственности перед всем, перед этим. А ответственность очень большая за судьбы актеров, костюмеров, там, я не знаю, всех людей, кто меня окружает, за судьбу людей, как людей, как личности в отдельности, каждого человека, плюс судьба театра, куда я его тащу, что будет в нем внутри этого ореха, да, какое там будет, что там будет происходить. Театр ведь очень замкнутая на самом деле сфера, такое у меня ощущение. Там должно быть ядро очень мощное. И понимание меня как худрука, как куда, зачем и как. Вот эти вопросы, они постоянно передо мной стоят. Насколько это психологически тяжело? Я не понимаю, как это происходит у меня. Мне не сложно, мне не тяжело. Мне любопытно, как я очень иногда говорю, когда что-то случается, я говорю, о, бодрит.